любимое блюдо, приготовленное быстрее, да еще и гораздо полезнее. Что может быть лучше? Смотрим рецепт цыпленка табака в мультиварке и радуем себя сочным и нежным куриным мясом. Известное грузинское блюдо, цыпленок табака, готовится традиционно на сковороде и под гнетом, но такой способ требует очень много масла, да и курочка, конечно, вкусная получается, но уж больно не полезная. Дела обстоят проще с мультиваркой. Для приготовления цыпленка табака в мультиварке вам не нужно заливать ее маслом. Картофель и сам цыпленок станут сочными благодаря собственно куриному соку. Смотрим подробный рецепт. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Для начала измельчите чеснок, потом смешайте его с горчицей, майонезом, специями до однородной массы. Этой же смесью натираем цыпленка, оставляем мариноваться на 30 минут. Тем временем чистим картофель и режем довольно крупно, выкладываем в чашу мультиварки, солим и перчим. Сверху укладываем цыпленка, он должен хорошо закрыть картофель. Вкусняшки, подписавшимся. Закрываем мультиварку крышкой, ставим режим тушения на 40-45 минут, после этого наше блюдо готово. Даем ему немного остыть и подаем к столу. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Обещанный список ингредиентов. Цыпленок табака, 1 штука. Чеснок, 2 зубчика. Горчица, 1 чайная ложка. Майонез, 30 грамм. Картофель, 800 грамм. Количество порций, 4. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Заходите снова.